Звонка. Наш дом, увы, погрустных полон, и в день последнего звонка к вам обращается директор школы. Мы не заводим вас. Ну все, не заводим вас.
Thank you.
вообще не коллеги. Я очень благодарен о том, что они писали это, Сидоров Александр. Я думаю, что мы с ними еще не раз встретимся, и у меня будет чем нагреть Александра. Посмотрите внимательно на всех этих ребят. Вот видите, какое большое количество, да? Я хочу сказать то, что они в течение всего года ходили на занятия по 18-19 человек. Это говорит о том, что они уже достигли определенных спортивных достижений, о том, что они учились, как здесь в школе. А если они здесь наукам математическим, значит, они там футбольным наукам, они уже кое-что могут. Я хочу вам сказать, что, несмотря на то, что они занимались всего полгода, уже дважды, когда они занимали вторые места по городу, учитывая то, что против них играли ребята пятых классов, а у нас их дети, вторые дети, да? Они были, ну здесь были у меня вторые дети классы, но они еще не выпускаются, они на следующий год будут выпускаться. Я еще раз хочу, у меня есть маленький плюс. Если учителя 14-й школы не прощаются сегодня с учениками, я с ними не прощаюсь. Я с ними не прощаюсь. Прошу много лет. И слава ученикам 14-й школы. На следующий телефон на территории России. А наверняка и за границей будут знать о том, что это ученики начальной четвертой школы. Заканчивали как-то начальную школу. Они так будут знать, как родителям терпение, терпение и терпение. Любите своих детей. Помогайте, поддерживайте. Ребята, ну а вы просто обязаны помнить своих учителей и любить, обожать и уважать своих родителей. Спасибо. Thank you.
нашей параллели, правительстве Светлана, это Людмила Александровна, Людмила Александровна, если бы шла, Наталья Федоровна, 4-й Б, Татьяна Николаевна, 4-й Б, и я, 3-й, 8-й. Вот и прошли наши 3 года. Как они будут воспринимать? Какие они были, эти 3 года? Все было за эти 3 года. Для учителей это год упорного труда. Каждый день и каждый час. Бывало так, что мы старались, и все невозможно делать. Единственное, чтобы зажечь в наших детях огонек, огонек желаний, огонек радости победы, огонек радости познания доктора, почувствовать гордость за достигнутое. А самой большой наградой для нас было видеть, как наши ученики не только взрослели, но и становились умнее и совершеннее. И вот такие стихи о нашей сети. Они называются «Детские глаза». О, эти детские глаза, глядящие на меня, как взрослые, не то веселье, то слеза, то предвкушение свободы. Они мне фокус и штурвал, они моя житейская воля. Не в детских чувств я бывал, меня качают на простой. Они в беде не предадут, не разлюбят, не обманут. Жаль одного, они не будут, как только будут, и с ней встанут. Не вдруг исчезнет огорство, и юность просто унесла. И точно знаю, и светло, вновь первоклассники вернутся. Такова уж наша судьба, судьба учителей начальных классов, что каждый 3 года мы даем частичку души своей, с вами, выпускниками. И сегодня, говоря о вас, мы обращаем не очень. Хочется сказать, подумать, чтобы нас не забыли. Вы будете приходить к нам как домой. А мы всегда с Oh.
подставит подножки и постоит на пьедестале немножко. В институте работает секретарь. Гонят она в школе и где а нам студентов своих шпаргалки ликвидируют быстро и ловко. Пройдут лишь несколько дней. Несколько лет на призоре знал. Мы в ваших газетах прочитали имена. Я искренне верю, что каждый из вас обязательно достигнет самой заветной, самой высокой своей вершины. Но на такую высоту в жизни вы не забрали. Всегда оставайтесь такими же добрыми, искренними и непосредственными. Всегда оставайтесь детьми. И никогда не забывайте те руки, при помощи которых вы делали первые шаги в своей жизни. Никогда не забывайте тех ключей, с которыми вы совершали свои первые открытия на земле. Пожелать, чтобы вам хватило терпения, мудрости, любви и